Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитеся програму «Гаряча лінія». Традиційно ми будемо говорити про важливі для наших громадян питання. У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Бондаренко. Сьогодні ми говоримо про належне оформлення субсидій за спожиті енергоносії. Нагадаю вам, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете долучитися до нашої розмови і поставити питання нашому шановному гостю за номером телефону 76 92 42. Доброго вечора. Отож, у мене є перше питання. Вже другий місяць в місті триває програма з оформлення житлових субсидій. Як вона взагалі рухається? Чи стали вони зручнішими і ближчими для населення? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, Александр, что за последние годы вот реформа жилищных субсидий – это самая масштабная реформа в социальной сфере, которую мы реализовываем. Да, с 1 мая вроде бы время прошло и не совсем, в общем-то, много, но я хочу в данном случае сразу назвать несколько цифр, которые очень наглядно характеризуют тот масштаб, тот объем, что количество граждан, которые обратились к нам по вопросу назначения субсидий, это почти 17 тысяч семей, если сравнивать с прошлым годом, то это более чем в 5 раз у нас произошло увеличение именно граждан, которые обратились за назначением субсидии. Як, чи не змінився перелік документів, які потрібні для оформлення субсидії? Нагадайте нам ще раз основні ази цієї програми. Ну, то, що житлова субсидія, вже програма далеко-далеко не нова. В этом году как раз 20 лет, как она действует. И вот постановлением Кабинета министров 106, про которое мы вспоминали, действительно упрощен порядок назначения субсидий. Вот, для назначения гражданам необходимо предоставить два документа. Это заявление и декларацию. То есть вот эти документы являются основанием для того, чтобы мы начали процесс назначения субсидии. Хочу сказать, что он не такой простой, он многогранный, он затрагивает в данном случае коммунальные предприятия, которые являются надавачами послуг. Вот, мы работаем в электронном обмене, и на сегодняшний день из этих 17 тысяч около 40% мы уже назначили жилищных субсидий. Якщо людина отримувала субсидію до 1 травня, який далі буде механізм дії вашого відомства, щоб, чи як далі вона буде отримувати цю субсидію? Действительно, вопрос, который, в общем-то, тревожит, в общем-то, граждан. Мы об этом как раз вот с вами на вашей передаче, мы об этом говорили, что все, кто в свое время получал субсидии, это особенно отопительный сезон 2014-2015 годов, им нет необходимости к нам обращаться, мы в автоматическом режиме самостоятельно осуществляем расчет и назначение субсидий, доходы мы в данном случае по ранее заполненным документам осуществляем запрос в фискальную службу, получаем от них уже результаты и назначаем субсидии. Таких у нас, вот кто в прошлом период пользовался, это чуть больше 13 тысяч. Вот, процесс немножко идет сложный, потому что мы впервые работаем с фискальной службой. Вот, мы направляем туда запросы. Уже чуть больше 5000 мы получили ответов. Вот, и, соответственно, все граждане, которые пользовались субсидией, мы, естественно, будем осуществлять перерасчет этих субсидий. Дякуємо. У нас глядач. Доброго вечора. Вы в эфире. Слухаем вас. Витаем. Скажите, пожалуйста, влияет ли на размер субсидии количество квадратных метров жилья, приходящихся на одного проживающего? Конечно. В данном случае мы осуществляем расчет по
социальным нормативам. Эти нормативы как раз именно рассчитаны постановлением Кабинета министров, значит, на назначение субсидий. На сегодняшний день максимальный размер, на который мы осуществляем расчет по субсидиям, составляет 48,84 квадратных метра. То есть 13,65 на человека плюс 35,22 на семью. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на своє питання. У мене таке питання. Ви сказали, що після перевірки всіх даних людина має право на субсидію. От умовна ситуація, людина дійсно отримала це право. Який документ вона повинна отримати на руки, щоб, ну, щоб зрозуміти, що вона дійсно вже отримує пільгу? Спасибо, Александр, за этот вопрос, потому что я вот и взял в студию, соответственно, уведомление, которое мы направляем для всех получателей субсидий. И здесь уже для каждого видно тот расчет, который, в общем-то, есть. Вот, например, Нигальская субсидия назначена в сумме 178 гривен. Идет расчет конкретно здесь размер по каждому виду соответствующих услуг. Обязательный платеж. Я в этой связи хотел бы обратить внимание всех, что обязательный он, наверное, и поэтому и называется обязательный. Это тот платеж, который каждый гражданин, семья должна оплачивать. И, соответственно, здесь все предельно ясно и видно. Хочу особо остановиться и в какой-то степени успокоить, может быть, разочарованных граждан, которые, они, получив уведомление и увидев, что субсидия назначена, но в размере 0 гривен, это тоже в данном случае, будем говорить так, результат, но результат в чем? Что эта семья, этот гражданин уже у нас есть в базе, по нем уже все сведения есть. И это на неотопительный период, конечно, затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг, они не такие большие. Вот с наступлением отопительного сезона мы автоматически по всем гражданам, у которых там и нулевые доходы, мы берем их в расчет, да, и уже будем начислять субсидию в связи именно с повышением тарифов, которые, в общем-то, есть в нашем государстве. Ну и, соответственно, оплатой за тепло, которое, как правило, львиную долю наших всех доходов ведут на оплату. Дякую. У нас черговий дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Здравствуйте. Вітаю. Я хотіла задати вопрос. У мене прописано 4 чоловіка. Я пенсіонерка, дочь в декреті і ребенок 2-літній. Но у мене проблема з сином. Син у мене прописан, но работает водителем в частной фирме, не оформленный. Вот как быть? Значит, ну, давайте мы разделим ваш вопрос на две части. Спасибо, во-первых, за вот ту вашу, ну, тот ваш вопрос, вашу обеспокоенность. В этой связи я хотел бы, пользуясь случаем, для нас это важно, обратиться к гражданам, которые еще не обратились к нам за назначением субсидии. Обратите, пожалуйста, на следующие обстоятельства. Значит, количество зарегистрированных в вашей семье должно соответствовать и по всем коммунальным организациям. Наиболее типичные на сегодняшний день ошибки, которые не дают нам права на назначение субсидий, когда в ЖЭКе нам сведения в электронном обмене показывают одно количество, Николаевгаз другое, Водоканал третье, и это не дает нам права, соответственно, назначать субсидию. То есть вот количество зарегистрированных граждан должно быть по всем, в данном случае, предоставляемым услугам одинаково. А касаемо вашего сына, я могу вас успокоить, потому как впервые постановление Кабинета министров, если раньше это являлось основанием для того, чтобы отказать всей семье в назначении субсидии, то сейчас мы вот там, где
он официально, в данном случае, не может предоставить соответствующий доход, мы указываем размер минимальной заработной платы. То есть на сегодняшний день это 1218 гривен мы указываем в доход вашей семьи. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на ваше питання. У мене наступне. Скажіть, будь ласка, дуже часто люди побоюються заповнювати заяви на отримання субсидії, тому що там є такий сумнівний пунктик, що у випадку надання недостовірних даних буде відшкодовуватися подвійна пеня. От чи дійсно настільки це все так серйозно, і чи дійсно є людям чому зупинятися в цьому питанні? Наскільки це серйозно? Ну, Саша, в общем-то, да, така стаття в даному случае предусмотрена, така норма дає право соціальним службам, соответственно, применять вот такие, позволю, может быть, санкции, хоть никто этого, безусловно, не хочет. Вот, но сразу хочу успокоить. Вот если в данном случае в размере вы допустили какие-либо неточности, какие-либо погрешности, это не будет являться основанием в том, чтобы для вас там какие-то принимались меры. Меры будут только лишь для тех, которые умышленно, вот, к примеру, там не указал, что он работает на основной работе, и там еще в данном случае по совместительству. Если он в данном случае там находится вклады в банке, получает соответствующие дивиденды. То есть вот там, где, ну, будем говорить, ошибиться, чтобы не указать этот доход, в общем-то, ну, безусловно, нельзя. Ну и в то же время право человека у нас на сегодняшний день есть заявление, когда, ну, в силу разных, конечно, причин, человек, мало ли что, может быть, запамятовал, вот, он вправе обратиться с заявлением о том, чтобы отозвать вот свои заявления, свою декларацию, которую он раньше к нам направил. Дякую за коментар, це важливе питання. У нас ще один дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрый вечер. Витание вас. У меня к вам сейчас вот такой вопрос. Вы сейчас сказали о том, что должно прийти уведомление о том, что назначена или назначена субсидия. А я вот в мае месяце, 27 мая, сдавала документы на мореходной. Мне сказали, придете где-то в первых числах июля и получите ответ. Так это что, вы неправду говорите или там неправильно себя ведут? Ну, я хотел бы вернуться к тому, что никто о неправде здесь не говорит, и мы официальные должностные лица, и, безусловно, доводим до вас ту официальную информацию. Я вначале сказал, что количество обращений к нам увеличилось в 5 раз, более чем в 5 раз. Нагрузка на социальные службы очень значительная. Более того, мы работаем до 19 часов, мы работаем в субботние дни. Кроме того, что в данном случае, получив от вас соответствующие сведения, мы направляем электронные обращения по всем организациям. И вот я в качестве примеров хочу назвать, что если вы в декларации, вернее, в заявлении указали неправильно фамилию, не указали неправильные, в данном случае, какие-либо сведения, мы получаем некорректные ответы. Этих ответов, поверьте, достаточно. Поэтому мы в этой связи повторно возвращаемся. Мы вынуждены приглашать граждан для того, чтобы выяснять ситуацию, где же все-таки неточность, почему в данном случае заполнялся документ не по паспорту. Почему вот количество, еще раз хочу вернуться, по количеству зарегистрированных различное, это влечет за собой, в данном случае, вот задержку именно в той ритмичной нашей работе. Но хочу успокоить в том, что расчет мы производим с момента вашего обращения, и, соответственно, вы в любом случае получите уведомление, по которым все коммунальные службы будут осуществлять соответствующие начисления. Потому что кроме вас мы направляем, соответственно, сведения и по всем коммунальным организациям. Дякуємо. У нас ще один дзвінок. Доброго вечора, говоріть ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаємо вас. Подскажіть мені, пожалуйста, як мені можна оформити субсидію?
У мене приписаний син, а живуть на квартирі. А в мене 1100 пенсій. Як я можу платити? Вони вже третій год на квартирі. Я ці зими тягнула. Ну тепер я ж не зможу. Подам за отоплення, а що буду їсти? Вопрос наиболее тоже типичный, актуальный, да. В этой связи постановление Кабинета министров в данном случае разъясняет следующим образом, что граждане, которые фактически не проживают по адресу, где они зарегистрированы, могут, предоставив соответствующие документы о том, что они фактически проживают в другой административной единице, находится там на учебе, в длительной командировке, на лечении и так далее, или же предоставить соответствующий акт, уже, как говорится, там по городу Николаеву, что они проживают по другому адресу и оплачивают там коммунальные услуги. Я прошу, чтобы вот обязательно при таких ситуациях вы заявлении подчеркивали, что прошу рассмотреть на комиссии вопрос и предоставили обязательно вот эти подтверждающие документы, которые будут на комиссии учтены и, соответственно, значит, приняты во внимание. Но хочу обратить внимание, эта комиссия будет осуществлять там, где есть приборы учета. Для того, чтобы урегулировать вот эти вот свои отношения, все-таки настоятельно рекомендую по всем коммунальным организациям, чтобы было одинаковое количество зарегистрированных граждан. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на ваше питання. На початку передачі ви сказали, що до органів соціального захисту звернулося вже більше 17 тисяч сімей для отримання субсидії. А який середній розмір субсидії по Миколаєву? Ну, на сегодняшний день, конечно, в общем-то, отопительный сезон закончился. Если, к примеру, в отопительный сезон 2014-2015 года, когда и не повышались еще тарифы, вот, средний размер субсидии составлял где-то порядка 340 гривен. На сегодняшний день он достигает где-то порядка 180-190 гривен. Вот, но мы, конечно, ждем отопительного сезона, вот, там, естественно, субсидии будут значительные. Значит, хочу сразу, так сказать, успокоить, что средств у государства достаточно. В городском бюджете на эти цели предусмотрено более 200 миллионов. На сегодняшний день мы реализовали чуть больше 20 миллионов гривен. Скажите, будь ласка, люди пишуть заяви на отримання субсидій. Як вони потім перевіряються? Які відомства їх відслідковують? Ну, на сегодняшний день первичное обращение, по которым граждане к нам обращаются за назначением субсидии, постановление Кабинета министров обязывает нас проводить соответствующий расчет по тем данным, которые граждане указали в своих декларациях. То есть здесь мы, в общем-то, уверены на то, что граждане, в общем-то, законопослушные, указывают достоверные доходы, которые, в общем-то, есть у них, и это для нас является основанием для расчета субсидий. А чи це не буде гальмувати загальну справу? Чи вже є такі випадки, коли взаємодія між відомствами, фіскальним, соціального захисту не затримується? Тобто ця система працює дійсно? Ну, нам дано 2 місяці для того, щоб ми з фіскальною службою могли урегулювати, відповідно, всі ці свідчення, отримати именно сведения от фискальной службы. Процесс, как говорится, уже пошел. Вот, мы уже отработали электронный режим взаимодействия, поэтому, я думаю, в общем-то, проблем не должно быть. Скажите, будь ласка, а сколько правильно заполненных заяв до вас надходит? Який процент? Ну, к сожалению, хочу сказать, что процент нас пока не, как говорится,
Не радует, потому что где-то около 20% граждан, которые именно нам приходят по почте заявления, значит, декларации, они в большей степени некорректно заполнены, поэтому мы, как правило, конечно, в телефонном режиме где-то пытаемся уточнять моменты, вот, проблемным все-таки вот я, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, потому что поступают и к нам соответствующие обращения от жителей частного сектора, от жителей ЖСК, ОСМД, почему мы просим, чтобы предоставлялись справки о составе семьи, о площади жилья, значит, хоть постановлением это и не предусмотрено. Но дело в том, что на сегодняшний день только и у, в общем-то, у участников в домовой книге только есть эти сведения, которые нам необходимы для расчета субсидий. Поэтому в этой связи я просто хочу, чтобы граждане, ну, понимали эту вынужденную меру на сегодняшний день. Это проблема не только Николаева, Николаевской области, в целом, в общем-то, по всему нашему региону, в общем-то, частный сектор должен нам подтвердить вот эти два данных. Скажіть, будь ласка, одне з останніх моїх питань. От встановлений порядок подання заяви на отримання субсидій, він єдиний для всіх, чи можливо для деяких категорій населення все ж таки можна зробити розрахунок субсидії автоматично? От кому ви йдете на зустріч? От, наприклад, мене цікавить одинокі громадяни, ті, які не можуть просто самі піти, зробити ці довідки, заповнити, їм треба допомога. Як ви їм йдете на зустріч? Спасибо, Александр, за вопрос, потому что нас это тоже волнует. Вот, и мы работаем, это не только, как говорится, наши вот переживания, мы ничего не предпринимаем. Да, мы спокойны по тем 1822 гражданам, которые находятся на обслуживании в городском территориальном центре, потому что за ними стоят соцработники, которые в нашей, в данном случае, деятельности, ну, соответственно, отвечают за все вопросы, связанные с жизнедеятельностью этих одиноких граждан. Нас в этой связи волнуют инвалиды первой группы. Вот, таких в городе Николаеве проживает 1825 человек. Я называю эту цифру точно, потому что каждый район отчитывается по ситуации, связанной с этой категорией, потому что мы в обязательном порядке уточняем. Если инвалид первой группы проживает в семье, мы в какой-то степени спокойны, потому что там есть родственники. Если он по каким-либо причинам оказывается один, мы оказываем всяческую помощь, поддержку. Вот. Также и по инвалидам второй группы, у нас их более 7 тысяч граждан, поэтому есть. Здесь, может быть, еще, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз обратить внимание в том, что городская власть старается не создавать вот определенные сложности для того, чтобы приходить вот в наши инстанции, где-то выяснять какие-то либо моменты. Еще с 1 мая открыты дополнительно 24 пункта в городе Николаеве. Туда хочу сказать, что обратилось более 6 тысяч вот из этих 17 за назначением субсидий. Там работают специалисты городского территориального центра, обученные специалисты, которые, ну, будем говорить так, приближенные к месту жительства эти пункты. И можно приходить, консультироваться, оставлять документы для того, чтобы все-таки максимум граждан могли обратиться к нам, могли оформить субсидию, потому что на сегодняшний день именно вот социально гарантированной помощью для жителей в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги является именно жилищная субсидия. Поэтому прошу поверить в эту гарантированную форму государства и приходить к нам, направлять соответствующее заявление. Мы обязательно вам поможем.
Дякуємо. Це, напевне, буде останнім питанням на сьогодні. Шановні глядачі телеканалу «Миколаїв», час програми «Гаряча лінія» вичерпано. Сьогодні про субсидії нам розповідав начальник департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Бондаренко. У студії працював я, журналіст Олександр Молодцов. Творча група телеканалу «Миколаїв» бажає вам приємного вечора. Залишайтесь з нами.